Ребят, сегодня мы продолжаем играть. А именно, стрим продолжается, а мы продолжаем играть в наше затмение профи. Ребята, не уходите от стрима, подписывайтесь на меня ВКонтакте. Алекс Нувас, Алекс Нубасов. И, конечно же, ребята, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки на этот стрим. Также заходите на мой стрим в Ютубе, а если вы в Ютубе смотрите, то заходите, конечно же, на Twitch канал. Все это снимается в двух сайтах. Ну, может, вы поняли. Сегодня мы играем в Warface. Сегодня вот я покажу свой склад, на котором я играю. Я играю за штурмовика в профи. Как я сказал, вот мой штурмовик. Как вы знаете, что я уже купил нано-костюм. Вот моя внешность, которую я купил за 1000 кредитов. Ребят, оружие я купил. Ну и как купил? Я его не купил. Ну ладно, потом посмотрим его. Тот же пулемет. Тут пистолет взял. Лопатку зачем-то. Ну, в общем, неважно. Мы сейчас это все проверим. Я купил, точнее как купил, на один день я взял элитное все снаряжение, а именно шлем, доспехи, как не доспехи, броня, хотел сказать штаны, блин, как они называются там, ну вы поняли. Блин, я забыл. Ну, в общем, жилет я купил, ботинки и там что-то еще было. В общем, все купил элитное, я забыл, честно, вот что-то у меня вообще все забыл. Так, у нас один мед всего в команде и 4 у нас штурмовика. Я, конечно, думаю, что я солью, но после этого затмения мы еще будем на стриме проходить белую акулу. Мы сегодня попробуем пройти на этом все снаряжении, пока что оно у нас не закончилось. Мы будем долго играть в наш Warface. Стрим уже идет где-то 3 часа и несколько минут. Да. Все, мы продолжаем это делать. Будем проверять нашу тактику. Пока у нас идет загрузка, мы, конечно, вспоминаем то, что мы всегда в углу где-то ходим, бегаем и убиваем зомби. А потом мы в машине, когда едем, мы всегда лежим. Лежим, никого не убиваем, ни зомби, ни убиваем ни снайперов. Просто лежим на профи. После этого мы просто берем и опять же идем в угол. Но немного теперь в другой. Я по тактике пойду немного в другой угол, в котором я еще не был. И, в общем, я сам уже свою тактику. Машина так, уже в пути. Продержитесь. Ой, еще случайно, немного. Случайно стал отбегать от своего треугольника. Классно. Мы начали жестко сливать уже. Это заметно. Потому что мы жестко сливаем. Блин, и очень обидно, да. Что-то мы сразу слили, конечно. Пошли нафиг. Ну давай. Че, никого не взорвал? Ну ладно. Давайте посмотрите мой костюм. Ладно, один знак остался из 10. Ребят, мы его сегодня все-таки просрем на белой акуле один раз. Мы его все-таки просрем, да. Ладно, попробуем сейчас пройти белую акулу. Это будет в следующем видеоролике. Ребят, ну конечно же, подписывайтесь на мой канал на бас, пишите комментарии и все, наверное. Остальное мы все на стриме вам расскажем. Идем все в магазин. И покупаем все самое прикольное. Вы сейчас это все увидите в видеоролике, а те, кто смотрит стрим, хотя вы это и так поняли. В общем, те, кто смотрит стрим, продолжают смотреть стрим. Потому что он еще долго будет идти. Завтра мы поиграем в CSGO уже. И там мы уже на стриме, именно на Твиче, посмотрим, поиграем. Мы поиграем с глобалами. В общем, всем удачи и всем пока.